За единство российского народа! Ура! Друзья, всем привет! Сейчас поговорим про этот шабаш, бал у сатаны, ну, практически на Лысой горе. Ну нет, Лысая гора в Киеве, а вот там есть Лужники. И вот этот, конечно, ну, дьявольское место. Что там творил вчера Путин, что он нес, какой они там устроили шабаш. На своих же костях там танцевали, это пели на украинском языке. Ну, в общем, друзья, это надо увидеть. Я вам сейчас все это покажу. Помогите мне распространить это видео. Россия очень массово разгоняет в ТикТоке видео служников, вот эти якобы люди. Ну, как обычно, все вранье. И хочу, чтобы вы узнали правду и как можно больше людей узнало. Поэтому подписка. Кто не подписан, прямо сейчас. Вот серебряная кнопка, друзья. Ну, у нас уже 903 тысячи, по-моему. Ну, пора золотая. Осталось немного. И помогите мне это сделать. Еще раз, очень важно. Сейчас, особенно в преддверии годовщины полномасштабного вторжения. Начинаем. Ну, шабаш полнейший Путин устроил в Лужниках. Свозили бюджетников, платили по 500 рублей. Как могли, значит, собирали это все массовку. Но массовка активно разбегалась, смерзла и убегала. И есть видео, как они убегают и говорят, да не, а что ж вы уходите? Ну, надо, замерзли. Говорят, а ребята же в окопах ваши мерзнут. И говорят, да то ребята сами решили мерзнуть. Вот, вот вам весь ответ от москвичей из Лужников. Посмотрите. Концерт, скажите, пожалуйста. Да, а что больше замечательно. А что уходите? Ну, мы не уходим, наша душа здесь. А ребята как в окопах мерзнут? Ребята в окопах, их, это их выбор. Мерзнут. Концерт, ребят. Отлично. А что больше всего понравилось? Много людей, хорошая атмосфера, все замечательно. А чего уходите? А чего уходим? Да. Ну, а как же наши ребята в окопах? Судьба. Да, ну а что же, собственно, там происходило? Ну, ну, реальный шабаш. Ну, я не знаю, как это сказать. Такой клоунады, наверное, не видели давно. Ну, Газманов, ну, был, понятно, Путин. На разогреве у него было. Ну, иностранцев уже нет, они уже туда не ездят. Газмановы, Машковы, какие-то другие клоуны непонятные. Ну, Газманов, это тот еще деятель, значит, на пуховике заклеил бренд, чтобы не было видно, что это Прада. Ну, то есть, почему не ватник Газманов? Олежка, что же такое Прада нацепил? $3000 стоит этот пуховичок, решил это стыдливо прикрыть. Машков рыдал. Да, ну актер рыдал. Вот посмотрите на это. Быть достойным наших павших, это одна из... Вы сделали какую-то сценку с Наполеоном. Ну реальная клоунада. Наполеон какой-то, ну что вообще, о чем к чему. Ну, дальше еще хуже. Значит, выпустили каких-то детей якобы из Мариуполя. И девочки сказали, значит, что она из Мариуполя, должна сказать текст. Ну, из Мариуполя она или нет, я думаю, что мы еще узнаем. Наверняка внимательные зрители найдут, тут есть тоже вопросы. Но там очень интересно, она начинает что-то говорить, а потом говорит, я забыла текст. Так и прямо и говорит. Я говорю, да ладно, все, иди, обнимай вот этого. Ну, в общем, все-таки это не Машков. Ни она не Машков, ни этот якобы какой-то военный Юра Ангел. Ну, совсем не ангел и не Машков. В общем, посмотрите на эту клоунаду. Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя. Я чуть-чуть Анюта, не стесняйся. Можешь подойти и обнять. Смотри, дети, давайте все обнимемся. Посмотрите, вот он, тот, кто вас спас. Не зря позывной ангел, правда? Юрий Леонидович. Ну а после этого выпускают, значит, апогей всего этого. Просто безумие какое. Я тогда увидел, не мог в это поверить. Это, значит, выпускают какого-то идиота, который начинает прыгать и кричать «Мариуполь, русский город». И после этого они поют «Пливе кача». «Пливе кача» украинскую мову. Ну... No comments, просто посмотрите на это. Мариуполь, русский город! Bye.
Ну вот такая история, ну понятно, что это, ну, ну, они там кричат «Мариуполь, русский город», в это же время их военкор Утенков, есть у них такой Котенков, Утенков, какие-то, в общем, из зоопарка какие-то ребята, так вот этот Утенков жалуется, что «друзья, Мариуполь, говорит, бомбят», говорит, «я думал, Мариуполь бомбить не будут». Там какое-то у Украины страшное оружие появилось, ой-ой-ой, впереди еще страшнее. Вот идиот Утенков, а он думал, что все, посмотрите на Утенкова. Что касается Мариуполя, я, если честно, в шоке, что его начали вообще бомбить. Мы настолько его плотно застраивали, настолько туда вливают денег, что мне казалось, что есть некая договоренность того, что этот город обойдет стороной все происходящее. Но нет, вчера начали бомбить. Бомбить точно начали чем-то новеньким. В ближайшие дни, сегодня, завтра, послезавтра, обещают здесь полнейший винегрет. Ну и, а что же в это время, пока вот этот шабаш происходит на Лужниках, а что же реально происходит на фронте? Ну а на фронте, ну, Россия там кричит, что мы сейчас цирконы и сарматы, ну опять ядерка. Цирконы и сарматы идут на фронт, при этом сами же пропагандисты в своих эфирах говорят, что Россия не потянет и накроется медным тазом от гонки вооружений, если в нее вступит. Послушайте. 10 тысяч или 1500, ну, не суть. Разница не самая. Нет, это крайне важно. Нет, деньги, это не важно, потому что... Да мы не будем 10 тысяч создавать. Потому что мы накроемся медным тазом все, если совершенно не важно. 10 тысяч будет взорвано или 1500. Если мы будем производить в гонку, не надо, мы можем накрыться экономическим медным тазом. Нет, а необходимости, нет необходимости в тупом наращивании, увеличении количества. Модернизации, да. Но она вроде как ведется. А в таком случае, Андрей, нет необходимости выходить из СНВ-3. Да, вот значит, 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 тогда нет никакой. Ваша позиция сейчас чисто американская. Вы рассматриваете СНВ в отрыве от происходящего на Украине. А в реальности, пока они рассказывают про цирконы и сарматы, у них нет боеприпасов. И Пригожин всю свою батаферму напряг во время трансляции концерта из Лужников, этого шабаша, писать «дайте Вагнеру снаряды, дайте Вагнеру снаряды». Они, значит, это все там спамили. Ну, а чтобы подкрепить это, Пригожин выложил фото. Я, к сожалению, не могу его показать здесь, в Ютубе, потому что тогда его никто уже не увидит, это видео, потому что, ну, это такое... Ну, кровь стынет в жилах от этого фото. Оно есть в моем телеграме. Кто еще не подписан, зайдите, обязательно подпишитесь. Ссылку оставлю. Ну, в общем, вот это фото там все показывает, какие колоссальные потери несет Россия. При этом, почему Пригожин, что у него даже снарядов нет. И это уже подтверждают другие. Говорят, что и под Угледаром такие колоссальные потери тоже из-за отсутствия снарядов. А тут появляется фото тех снарядов, которые им все-таки выдают. Ну что это там, даже понять невозможно, какое-то слипшееся в коррозии. Посмотрите, это я вам могу тут показать, посмотрите. В общем, вот такими снарядами великая российская армия воюет, пока Путин кричит «Ура!» из Лужников. Ура! 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 Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура! Россия! 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 Ну, в общем, вот фото с моего телеграм-канала и вот это вот троекратное ура. Они прекрасно, друзья, сочетаются. Ну и, конечно, самый настоящий шабаш. Это просто что? Каждый раз кажется, что уже хуже быть не может. А они доказывают, может. Ну а зато клоун Гурулев, зато его солнце осветило, когда Путин выступал. Вот так. После месяца хмарей, когда говорил Путин, солнце в зените. Посмотрите. Многие обратили внимание, что сегодня после месяца хмари, во время выступления президента, солнце стояло в зените, аж глаза резало. Просто погода. Ну и сегодня особый день, нет, не день защитника Отечества, о котором кричал Путин. Сегодня день, когда организован был геноцид чеченцев и ингушей, когда их вывозили во время Второй мировой войны с их родных земель. Сотни тысяч людей, как скот в вагонах, то же самое, как они делали с крымскими татарами. И как Сталин хотел сделать с украинцами. Просто украинцев много, и у него так руки и не дошли. А вот чеченцев и ингушей везли, и умирали старики, дети.
Через много десятилетий они смогли вернуться домой. Потом Россия устроила еще один геноцид уже в 90-е чеченцев. Напомню, что я инициировал принятие решения о признании независимости Чечни. И украинский парламент признал Чечню и Ичкерию оккупированной. Признал геноцид чеченского народа. И сейчас мы сделали письма парламентам Литвы, Латвии, Эстонии и Польши за моей подписью как главы Межфракционного объединения за свободный Кавказ, с тем, чтобы их парламенты тоже признали геноцид чеченского народа, признали Ичкерию оккупированной и тоже протянули руку поддержки. Россия делает только одно – геноцид. Сегодня они делают геноцид украинцев под вот эти пляски на костях. Друзья, вот такая история, такое видео. Очень важно им поделиться. Держим строй!